Так, а как на водку? На водку, на глаз. Вон. Стол поставили, вон, видишь, там тут та зеленка. Только это, слышь, Паш, под жопу положи что-нибудь. Я знаю. А зеленка перед зданием? Да. Пятидашка, Паш! Вот пятидашка, чуть левее! Вот, так. Я понял. Вот там бугочек. Да, там ударил бугочек, накидайте сюда немножко. Сейчас, первый. Все, с той стороны встань. Ножку зажми ногой. Нет, вот, встань. Куда работаем? Давай. А вот, смотри, смотрим, куда лягло. Смотрим. Как не получится? Смотрим. Направление, смотри. Нормально. Еще пару ключек дай. В чем проблема? Не приехала вчера скорая. Есть закладные машины. А я не знаю, куда ездить. Это пусть. Забери кого-нибудь. Надо снять, пожалуйста. Да я просто пацанам подкинул. А мы свою вон уже. По идее. Да. Здесь одна стоит, она уже отстрелялась. Здесь вторая стоит. Здесь сутки нет. Нету? Ну, мне показывали, что могут сюда поставить. Нет. Вот здесь она сейчас, и вот здесь мы. Так а где третья? Подожди, вот она, да, вот здесь метр стоит же, по-моему, да, получается? Нет. Вот, вот метр, да. О, вот. Значит, что, хлопчики, заходим отсюда. Вот. Ну, где, да. где девятка наша, вот здесь где-то мы, да? Девятка вот. Вот. Заходим вот отсюда. Перед нами, да. Ты чтобы твои люди, тем более ты говоришь, офицер все знает. Ты знаешь, где они там находятся на практике? Короче, мне послал капан, короче, прикрытие. Он сейчас должен подъехать, я начинаю работать. Они Изушка, если что, прикрывают. Ну там Изушка есть. Ты понял? Все. Ребят, выдвигайте, надо будет. Давай, сюда, давай. Где старший, кто прикрытие? Давай. Так, сейчас, да, сейчас приедем. А есть у него машина? Моя машина, вот вас заберу, чтобы вы не блокали. И вас заберу. Я знаю, дорогой, быстрее. Ну, жду. Лучше бы хотя проведу быстрее будет. Конечно. Ты жди. Так, давай. Да выше. Ну, бля. И он ну, с РПГ по башне. Сейчас штурмовать аэропорт. Работы будем играть, чем будем заниматься? Попробуем их штурмовать. Артиллерия нас прикрывает. Будем выдвигаться. Все спланировано. Вроде хорошо. А сколько там численность армии? Честно, не могу сказать. Я не знаю. Ну, приблизительно. Сейчас увидим. Посмотрим, придем посмотрим. Более 800, да? Ну, не знаю. Говорят 800. Там посмотрим. А техники у них много? Техника, два танка точно есть. А что остальное не видели? Минометы у них Василек стоит, как минимум. Вот же вышки. Танкисты, слушай сюда, послушай меня. Отрабатывают сюда. И сюда. Сегодня, я так понял, планируется штурм аэропорта, конечно. Да, потому что они подтянули технику, и причем подтянули тяжелую технику. Они подтянули грады. Все остальное. Я не думаю, что это пришло сюда так. Для мирного урегулирования. А личного состава много подтянули? А как вообще у вас настрой в вашем подразделении? А мы у себя дома. Какой настрой? Мы дома. Мы гостей не ждали. Гостей обычно мы просим в гости, а не те, которые приходят.